Почитаю. Гамлетовская. На поле растет травка, травку съела коровка. Коровку пьяный чувак, чувака могильный червяк. И опять выросла травка, божья столовка. На входе нужна справка. Вот, кто тут, многие интересовались справкой в Фейсбуке, какая нужна справка. Справка подходит любая. Кому какая захочется. Можно, что в спортзале занимались, а можно, что... Ну, в общем, любая. Так. Так, теперь прочитаю. Психотерапевту. Побудь немножко мне старшим братом, а я заплачу тебе за это зарплату. Не очень много, в 2 недели раз, и то всего лишь за 1 час. Своди в кино меня и рукою твердой набей за меня Розенбергу морду. Потом покачаемся, вон качели. Качай сильнее, не еле-еле. Я же сказала еще сильнее, чтобы сандалии с меня слетели, чтобы я возвратилась домой босою. Да, непременно босой. Вон, видишь песочницу? Ну, сейчас. Забрось туда меня хоть на час. Побудь немножко мне старшим братом. Хоть раз в 2 недели. Хоть за зарплату. А, ну, может, что-нибудь смешное так для разбавки. На космодроме выросла вдруг дыня и хочет улететь. Гордыня. Ну, такое вот. Называется «Под наркозом». Блеск без огня, душа без слез, береты, бабушка и внучка. Порвешь колготки, там колючка. Чем замуж, лучше на Голгофе. Заехал муж по морде Софи. Она кричит: не пей, не пей, он ведь алкаш совсем пропащий. Так вкусен желудевый кофе и пахнет словно настоящий. Найдем побольше желудей. Поэт фотографирует репей без листьев и цветов гербарий. Видение ночью, абортарий. Поход в кино и планетарий. Наркоз. Ну, никто не слышал, потому что услышали. Так, вот последнее я сейчас прочитаю, все. Любовь. О, как прекрасно быть бревном, и муку в сердце затаив, дремать среди таких же пленниц, красой и гордостью поленниц. А час пробьет, и стать костром, весь дом спалив. Все, спасибо.